История Пятигорска. Год основания 1780-й. Да ладно, так давно. Для сравнения, Нью-Йорк и Лос-Анджелес тоже основаны в эти годы. И что? И что? Эти 250 лет америкосы испортили облик своих городов. Понастроили в высоких зданий своих небоскребы, туннели, Вася. Все делают и испоганили город. Пятигорск, Вася, как был основан, так и остался. Я извиняюсь. За время существования Пятигорска здесь побывали А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. Кто эти люди? Короче, в прошлом году приехала одна девочка на Мерси. Юбка короткая, груди 4-го размера, отвечаю. Сель, короче, говорю, давай поехали, принцесса, я тебе покатаюсь. Что ты рассказываешь, Жорик? Рассказываю историю Пятигорска, что ты хочешь? Какой?